я всех приветствую, не изменяя традициям последних лет. 9 мая начинаю установку ловушек. На акации, на которой ежегодно уже несколько лет ставлю ловушку, здесь попадается по одному, по двое, установил одну альпийскую, и вот там в обратную сторону направлено еще одну ловушку. Посмотрим, какую выберут пчелки. Сегодня время уже позднее, 8:30 вечера. Приехал установить парочку очередных ловушек. Вот такое вот красивое местечко. Это заливной луг. Разлив был. Сейчас водичка уже понемножку сходит. Но еще уровень в Днепре большой. Ну, он дальше туда пошел. К леску. Там уже Днепр. А это все пока разлив. В прошлом году на этом месте устанавливал две ловушки. Было поймано 4 роя. Там кто-то из комментаторов мне комментировал, куда ты ставишь в кукурузном поле. Кукурузное поле при установке ловушек, так будет правильней, никто никогда не выбирает медоносную базу, а выбирают место, где пчелкам наиболее удобно заселиться. Пчелки на медоносы, на удаление могут летать. И самое главное, что вот как здесь, 500 метров от установки ловушек, здесь заливной луг. Вот медоносная она база. Ну и самое главное, перелетное место. Два райка было поймано в июле, и два последних роя забирал в августе. Но раи были хорошие, ловушки были полные. Кто смотрел ролики, тот помнит. Вот так вот пошел лесок, и вот туда по лесику мы будем устанавливать ловушки. Ну что, будем собираться, время идет. Ну вот кукурузное поле штурманул. Привет кукурузному комментатору. Смешно будет, если в этом году опять здесь засеют кукурузой. Здесь еще сыровато, поэтому еще здесь никто ничего не пахал. Стоит старый кукурузняк, прошлогодней кукурузы еще можно насобирать даже в початках. Висит. О, кукурузка. Для курочек можно насобирать. Сходил, глянул. Буду устанавливать. Две штуки у меня здесь стояли. По прежним местам поставлю. Одна стояла от одной на удалении метров 200. Ловушки подготовлены. Основной аксессуар. Веревочка для поднятия. И шуруповертик. Ну что, беру одну ловушку и пошел ставить.
Вот такая шикарная верба. Прошлый год два рая было на ней. Ловушка вместо подставки, чтобы не корячиться. Веревочку привязал, забросил, чтобы потом поднять. Но будем лезть поднимать. Ну вот, с первой справился. На месте. Там, где и прошлый год. Идем к вторую. Вот такая обломанная верба. И выше установлена ловушка. Ну вот и все. Две ловушки стоят. Мне тут не нравится, шершень летает. В прошлом году и здесь не было. Ну вот, друзья, ловушки поставил. Кто смотрел, прогулялись вместе со мной. Кому интересна тема, оставайтесь на канале. Я думаю, еще немножко поставим ловушек. И вероятнее всего, наверное, здесь тоже нужно добавить. Здесь недалеко, ездить не надо. Как я прошлые года ездил за 30-40 километров. Здесь в пределах 10 километров немножко поближе. Соловушки поют, красота. Еще можно попробовать вот на той стороне тоже. Лесопосадки идут. Но это уже по-видимому приеду, посмотрю. Надо рассмотреться. Еще где-то пихнем. Все, друзья, на этом буду заканчивать. До скорой встречи. Всем хорошего рыболовного сезона. Хороших раев. Всем пока.